Я Нехорошев Михаил Анатольевич, военнослужащий российской армии, звание лейтенант, командир инженер-саперного взвода 7-го отдельного мотострелкового полка. 2 апреля я попал в плен, и я надеялся на что-то ужасное, худшее, что со мной сделалось, что-то невероятное. Там уши отрежут, пальцы. По итогу меня накормили, напоили. Ну, относятся ко мне хорошо. И ничего плохого здесь не увидел, каких-то нацистов или каких-то тут людей, которые только и мечтают о том, чтобы убить русских или как притеснить русский язык. Наоборот, мне только увидел, что со мной только на русском и разговаривали. Никто не пытался как-то там коверкать или еще что-то глумиться. Совет всем тем военнослужащим, которые всегда хотят, или пойти на сафари, тут убивать украинцев. Одумайтесь, не ведитесь на пропаганду российских СМИ. Не нужно этого делать. Это лучше пойти, не знаю, там отсидеть в тюрьме, я считаю, чем заниматься, ну, страшными вещами, которые, ну, я здесь увидел. Ну, мародерство, это убитые женщины, дети, причем не от бомб украинцев, а от, ну, бомб Российской Федерации. Это ужасно, на это невозможно вообще смотреть. Тысячу раз подумайте, зачем вам это нужно, соберитесь вместе в какую-то группу. И, ну, попытайтесь дать отпор тем людям, которые вас сюда заставляют ехать. Подумайте, что у вас есть семьи, о том, что они вас ждут. А здесь вас встретит только смерть. Ну или, не знаю, что-то еще хуже, может, инвалидность. Но живыми, ну, вы не приедете. Все.